Усім привіт. Випадково перед виборами я вирішив задати тобі 5 дуже важливих питань. Перше питання. Чи потрібно ставити в кутик депутата, який погано себе веде? Друге питання. Чи потрібно скоротити усе населення України до 300 депутатів? Третє питання. Почекай хвилинку. Зараз. Да. Всем привет, привет Украину. Вы знаете, я сегодня не буду обсуждать тему пятый питань. Я там просто сам еще толком не разобрался. Да. Я хочу в этом видео обратиться к одному пародисту, как мне всегда казалось, Максиму Галкину. Дорогой Максим, я посмотрел твое последнее видео. Ты знаешь, мне очень понравилось. Я так смеялся, что аж 3 раза подпрыгнул. Скурил все свои айкосы. Это реально было очень смешно. Я только не понял одного. А кого ты там пародировал? Не, это было круто. Это была реально крутая мультипародия. Я там услышал внятный голос молодого Брежнева. Да, с такими легкими нотками Горбачева. Да, ну и, конечно, акцент Лукашенко, который ты добавил, он приукрасил пародию. Да, непонятно лишь одно, почему они все говорили по-украински. Потому что правильно говорить по-украински. Хотя в твоем исполнении это действительно звучало, ну, больше как-то по-украински. Максик, Максюш, дружище, ну давай так, положа руку на сердце, ну, теряешь форму. Это же тебе не Жирика 15 лет песочить. Это же новый образ. Его нельзя так просто взять и склепать за полчаса. Его надо детально прорабатывать. А где эта бархатная хрипотца? Не, ну разве я так разговариваю? Усім привіт! Перше питання. Чи потрібно ставити в кутик депутата, який погано себе веде? Друге питання. Чи потрібно скоротити? Блін, капець, я зараз пародирую Галкіна, який пародирує Зеленського. Це вищий пілотаж. Да, извини, Макс. Кстати, це дуже важливо. У мене є один великий друг, Юрій Большой. Ой, в смысле, Большой друг, Юрій Великий. Да, он там иногда балуется пародиями на меня. Да, я могу с ним договориться. Он может тебе там провести маленький мастер-класс. Естественно, за большие деньги. Тем более после твоего видео на меня они у тебя есть. Да. Вот, поэтому, если не хочешь тратиться, можешь просто зайти на его YouTube-канал Юрий Великий. Или можешь там найти его в Инстаграме Юрий Великий. Да. Можешь даже подписаться. Да, и не только ты. У него, кстати, там на канале там очень много пародий на меня, на мой взгляд, ну, не очень смешных. И очень много пародий не на меня, очень смешных, Макс. Кстати, я хотел тебя спросить, а куда ты в своем видео постоянно уходил? Я просто сначала не понял. Да, но потом у Великого там почитал в комментариях, там люди часто пишут, там, Галкин нервно курит в сторонке. Макс, ну это понятно. Ну, делай хотя бы это не так явно. Да. Короче, ты можешь ему написать. Можете там вместе какую-нибудь пародию сделать. А еще лучше. Сделайте такой друг против друга. Хэштег Великий вызывает Галкина. Такой какой-нибудь пародийный батл. Ну, такой себе парабатл. Да. Я даже уже и название придумал. Великий Галкин. Ключевое слово «великий». Давай, Максик. Удачи. Пока.